Друзья, всем привет! В общем, такой возник вопрос, как выковырить дюпель клин из бетонного основания. В общем, у нас тут на объекте очень много таких дюпель клинов, вбитых в потолок, и поэтому встал конкретный вопрос, как это сделать быстрее и проще. В общем, вот дюпель клин. Подвесы были заколочены в потолок. И теперь нам эти вот дюпель-клинышки нужно вырвать из потолка. Но как это сделать проще и быстрее? Информации в интернете почему-то нет. В общем, мы начали думать, как это сделать самостоятельно, быстрее и проще. Вот. Для начала я делал это все с помощью болгарки, вырезал аккуратненько. Но почему-то это было долго, это было шумно и очень много искр от этого летело. Поэтому нужен был другой вариант, потому что с помощью болгарки это тоже было долго. Далее, начал размышлять. В интернете, как я сказал, уже вопросов, ответов на такой вопрос нету. В общем, я нашел в гараже вот такие вот старые кусачки. Ну, изначально я подумал, что можно с помощью них выдернуть этот клин из потолка. Но так как кусачки маленькие, старые, ручки неудобные, было тоже сложно это делать. Очень напрягал этот момент, но в итоге с помощью них все равно получалось это сделать. И тогда я подумал, если с помощью таких кусачек сложно, может сделать это с помощью других кусачек уже побольше. И тогда я, в общем, поехал в Леруа Мерлен для того, чтобы взять кусачки побольше. Там было мало, конечно, вариантов, но один из вариантов очень даже подошел. В общем, взял вот такие вот кусачки, вот маленькие губки, длинные ручки. И скажу вам на удивление, с помощью них процесс выдергивания дюпель-клина из потолка значительно упростился. Каким образом происходит процесс выковыривания этого дюпель-клина? В общем, находим язычок, который, ну, то есть сам вот этот клин, который мы забиваем в дюпель. Там, где он торчит, примерно где-то на 3-4 мм, можно спокойно вот этими кусачками зацепиться за этот язычок. И таким вот движением на изгиб мы вырываем этот клин из потолка. Сейчас я вам наглядным образом покажу, как это все происходит, потому что этот способ оказался легким, быстрым. Ну, в общем, то, что нам и требовалось. Потому что здесь у нас таких дюпель-клинов просто навалом. И чтобы это быстро сделать, вот приходится применять хитрые такие способы. В общем, смотрим, как это все происходит. Ну, а дальнейшие действия вы знаете. Лайк. И напишите в комментариях, может, какой-то другой способ вы знаете для того, чтобы тоже так же легко можно было выковыривать этот дюпель-клин из потолка, ну или стены. В общем, пишите в комментах ваши способы, которые вы знаете. А мой способ такой, как с помощью кусачек выковырить дюпель-клин из потолка. Вот, в общем, все, лайк, коммент и подписка, если вы все еще не подписаны. А дальнейшие действия смотрите дальше, как это происходит, какой процесс, в общем, есть. Погнали! Ну, как-то так. Всем спасибо. Всем пока.